Thank you.
Всем привет, здрасте. Момент. Иди сюда, микрофон. Так, добро пожаловать. Микрофон, ты немножко съехал. Извините, если вы сейчас слышали что-то типа пш-пш, это ничего, это временно. Такс, сегодня у нас опять Dying Light, и опять и до сих пор, и до тех пор, пока мы не спасем Харана зомби. Я немножко болен, как вы уже поняли из переписки на предыдущем экране. Чуть-чуть. Жить буду. Так вот. Давайте начинать. Я очень сильно надеюсь, что сегодня... Привет, сопля. Нет, чтобы со мной поздороваться. Она с соплями здоровается, с моими. Ну ладно. Я очень надеюсь, что сегодня игра нас подводить не будет. Очень надеюсь. Ой, я чатик второй раз запустил случайно. Интересно, он сейчас ошибку выдаст за... или что? Или скажет, я вообще тоже запущен, иди нафиг. Не, он ничего не говорит, ну ладно. Игра. Пожалуйста, веди себя сегодня хорошо. Прошу тебя. Я даже на полный экран тебя не буду растаскивать. Ты главное веди себя хорошо. Чтобы FPS не падали. Чтобы на фуллскрин не пришлось с 17-го раза переходить. Причем самое забавное, изначально, когда планировалось все это играть, я тестил игру в режиме окна, но растягивал до рамки. Ну, в смысле, до полного экрана. Поскольку своего безрамочного режима полноэкранного у игры нет. Так вот, и изначально все было прекрасно. А потом так раз, короче, и оконный режим в растянутом варианте начал выдавать очень низкие показатели FPS на тестах. Я понял, что игра не очень нравится, когда ее оконный режим растягивают на полный экран. И во время тестов переключился на фуллскрин, что, собственно, мне удалось сделать вообще без проблем. И показатели были очень хорошие. Когда мы начали играть вчера, у меня игра опять запустилась в неполноэкранном режиме. Я просто зашел в настройки и взял и переключил ее в полноэкранный. И она такая, окей, why not? Я могу переключиться в полноэкранный, давай это сделаем. Почему я в башне остался? Смотрите прикол. Так вот, я договорю. Вчера она спокойно переключилась в полноэкранный и вела себя просто идеальненько. Сегодня, когда я пытался перевести ее в полноэкранный режим, она слала меня куда подальше, скажем так, потому что я переводил в полноэкранный режим, она выдавала огромную ошибку и выпадала к чертям. Так вот, приходится нам в оконном режиме играть. Растягивать я его уж на этот раз не собираюсь, потому что это может быть чревато очередной перезагрузкой компьютера, потому что это вешает компьютер вообще в нули. Так вот, самое интересное, вчера мы вот здесь вот выполнили миссию для Давуда. Нашли фигурку, статуэтку его мальчика. В смысле, что произошло? Ладно, мне пока кажется, придется рассказать вам небольшую предысторию. Вчера вечером мы закончили на том, что я сгонял вот на этот островок, взял меч Экспалибур. После чего мы вернулись вот сюда и обыскали ломбард Давуда, которому я принес пистолет, если вы помните. После чего мы добрались вот до вот этой безопасной зоны и в ней переночевали ради того, чтобы игра сохранилась. Она сохранилась. Я сегодня днем, когда тестил, зашел в игру, решил, что я забыл забрать рецепт Экспалибра с острова, сгонял туда. Вернулся вот примерно к этим домам. И мне пришло сообщение из башни, то что, ребят, нужно искать Давуда, он вооружен. Он убил двух охранников, когда сбегал из башни. Я был очень удивлен, честно говоря, потому что я, как я уже говорил, я в эту игру играл. И данных действий, не знаю, как это назвать, данного сабквеста о том, что Давуд убил каких-то охранников, я ни разу его не видел. Вроде как.
Ну, сейчас увидим. Короче, я понял, что это продолжение квеста, и типа, что за фигня, это вообще на стриме должно происходить. Я на Alt-F4 нажал, из игры вышел без сохранения. Но, судя по всему, сохранение все-таки каким-то образом прошло. Я не знаю как, я не знаю почему. Так вот, на данный момент мы уже оказались в башне. Опять же, не знаю почему, потому что выходил я вот где-то здесь из игры. И, видимо, тот самый квест у нас и есть. Давайте проберемся туда, дойдем до квеста конкретно и посмотрим, что нам предлагают. Что-то не так. Давуд сбежал с сыном из башни. Он еще и постарелил кого-то при побеге. Интересно, а за фигурку он меня отправил, чтобы я не мешал ему бежать? Опа. What the hell happened? I heard the shot. Что же случилось? Я слышал выстрелы. Я знал, что он взорвется. Где же он взял пистолет? Хорошо, что никого не убил. В смысле никого? Мне сказали по рации, что он двух охранников завалил, когда убегал. Ладно. Микрофон кряпит, игра норм. А... В смысле крякает? В чем это выражается? Я очень надеюсь, что я сейчас отравлюсь, игра воспримет нормально. Не знаю, все окей. Хорошо, давайте я перезапущу. На всякий случай. Дальше звук микрофон, короче. Сейчас. Вот теперь должно быть слышно. Если было слышно и до этого, то это странно. Сейчас проверим. Как сейчас-то вообще слышно? Кстати, я перезапустил программку. Посмотрим, что у нас в микрофонах стоит. Не, все нормально. Вот сейчас супер. А, ну, видимо, какая-то настроечка не сразу встала на нормальное место. Кто же ее знает? Ладно. Так, я к тебе пришел за барахлом, мужик. Вообще, на самом деле, я думал, что ты квест даешь, но нет, мне надо этажом выше идти. Видимо, плюс-минус к квартире Давуда. Он примерно в той стороне она была, я не помню точно. Вот, по-моему, здесь он. Да, мне сюда и надо. Что случилось, где Давуд? Он ушел, он забрал моего мальчика. Рассказывай, что случилось. Он уже пару недель рвался уйти, а я говорила, что это опасно. Из-за этого мы ругались. Теперь у него пистолет, он забрал все наши деньги и похитил Сэмми. Он забрал моего сына! Ты знаешь, куда он ушел? Он говорил, что он нашел выход, но я не знаю, что это значит. Мне он не сказал. Как же он мог? How could he do this? How did he get a gun? Как он, блин, пистолет-то вообще достал? Извини, Салма, это я ему помог. He said he would use it to get он сказал, что хочет спасти вас обоих. Давуду я не нужна. Давно уже не нужна. Теперь он получил то, что хотел. Сейчас мы отключим эти оповещения. I'll get your son back, Salma. Я верну твоего сына, Салма. Не знаю как, но я его верну. Так, окей. Давайте Steam отключим. О, не туда. Вот сюда. Меня в сети нет вообще, отстаньте. Все. Фу-фу-бу-бу-бу. Я не хочу ни с ним разговаривать. Так. Давуд! Отвечай, сукин сын! Не стоит так кричать, Крейн! Иск от меня не стоит, это бессмысленно. Извинись перед Салмой за меня, у меня не было выбора. Сэмми будет в безопасности, клянусь. Я мамой тебе клянусь. Стой, только... Да вот, мать твою, где ты? Черт. Погнали его искать.
Хотя где мне его искать-то теперь? Все кончено. Задание провалено из-за моих нанимателей, и теперь Брэкен в таком отчаянии, что готов даже на сделку с дьяволом. Или с Раисом. А раз моя задача выяснить, не Раис ли похитил секретный документ ВГМ, то это прекрасные новости. Так, что у нас по квестам? Как они открываются? Так, юбилейный туннель, стая музыка, напряжение. Это повторяемое и загружаемое. Нет, тогда этим заниматься не будем, только побочечки пока. Что ж, давайте займемся перезапуском электростанций. Крейн, ты меня слышишь? Джейд, да, я на связи, что-то не так? Нет, просто, Крейн, ты поступаешь очень храбро. Я знаю, ты хочешь искупить свою вину, ведь Амир умер, спасая тебя. У меня нет другого выхода. Если не забрать антизину Раиса, погибнут люди. Да, ты прав, я встретила Амира сразу после вспышки. Мы были вместе недолго, но он был лучше всех, кого я знала. Я хочу, чтобы ты знал, я не виню тебя, Амир осознавал риски. Крейн, я ценю то, что ты делаешь для нас. Джейд, поговорим, когда я вернусь с антизином, ладно? Okay. Да, постарайся уцелеть, Крейн. Прекрасный вопрос, я сам не понял, я поэтому и не дочитал. Какого хрена произошло? Вроде пробежал уже пол улицы, а тут оказывается, что типа, нет, чувак, ты оставайся здесь. Так, перезапустите северную, перезапустите восточную. А потом сходите вот сюда, да? Давайте тогда с северной начнем. Че ее отмечать, она и так на карте видна. Извините, одну секундочку. Моменто, как говорится. Ну давай, сцена. Реагируй. Спасибо. Внезапно, но при смене сцены очень сильные подлаги какие-то бывают. Я надеюсь, у вас ничего не лагало, когда я отключал камеру. Здорово. Отстань от меня. Не, мужики, я просто не сюда, серьезно. Я тут мимо проходил. Мимо крокодил, не обращайте на меня внимания. Так, а вот и подстанция. Ага. Мне нужно ее перезапустить. Противники есть? Пока не наблюдается, но это не факт, что никого нету внутри. Легкий замок. Ну, легкий замок открывается легко. Я на подстанции. Просто найди панель управления и поверни выключатель. Так ты перезапустишь систему. Окей. Мне подсказывает, что сейчас, когда я закончу с включением этой штуки... Готово. Хорошо, теперь сделай то же самое на второй подстанции. Странно, я был по полной программе уверен, что когда я включу эту штуку, на меня кто-нибудь нападет. Но нет. Здорово, ты как здесь оказался, дядь? Бедняжка. Я прям нырнул в него, вы заметили? О-о, там быстрые зомби вылез. Ну что ж, давайте познакомимся. Здрасте, мадемуазель. Забирайся сюда, здесь нам никто не помешает. Ну, окей. Быстрый зомби не очень быстрый. Посмотрите, кстати, мне вот очень нравится модель повреждения оружия.
То есть изначально это была прям прямая полицейская дубинка телескопическая, а теперь она... Ну, мягко говоря, не очень прямая. Мягко говоря. Так, кому-то рядом нужна... А, нет, там не нужна никому помощь, просто чувак сидит и продает товары. Давайте заглянем, посмотрим, что у него есть. Облегающая голову, обволакивающая голову, что? Из всех лавок в Иране в моей меньше всего воняет. А, дубинка, обволакивающая голову, да-да-да. Так, и я вот, короче, вместо того, чтобы сцену переключать, я буду просто вот так вот из кадра исчезать временами. Надеюсь, это не сильно кого-то, кому-то помешает или отвлечет. Ну, просто, как выяснилось, переключение сцен немножко... Я прыгнул на ящик, он развалился, и из-за этого я привлек мутанта, серьезно? Ладно. О, здрасте. Да чтоб тебя. Да блин, да что за фигня-то? Вот так вот. Да. Я молодец. А, улучшение и великолепные сюрикены. Красота. Так, дай прыгать, пожалуй, не буду. Это очень шумно, это привлечет людей. Не совсем, конечно, людей, но привлечет. Что происходит? Что там, кто там орет? Вы видели, что вот, вот здесь вот кто-то упал, да? Кто-то вонючий такой. Ну ладно. Почему нет никакой веревочки, по которой я могу соскользить в... Близко. Блин, как же прикольно, что зомби теперь убиваются гораздо быстрее, чем было до этого. Бедняжки. Ну давай же, ну ёмперный тиантер. Во, прекрасно. Я почти что профессионал в этом деле. Да. Еще великолепные сюрикены. Я, конечно, так подобным оружием не пользуюсь, но все равно спасибо. Я не допрыгиваюсь. А, нет, смотрите, когда прыгнул. Я, правда, не знаю, смысл допрыгивать, имеет ли... Это цель... Ага! Привет, Милтон Слей. Здравствуй. Ты так говоришь, как будто... Было непонятно, когда я начну стримить, но это же... Всегда одно и то же время. Всегда 19 часов. Так, отстань. Блин, смотрите, прям. Так, судя. Вот сейчас я сейчас что-то нифига не понял. Люцифер Инстар, здравствуй. Добро пожаловать, спасибо за фоллоу. Я не понял, какого черта не в те динамики пошел звук. Что значит не мое дело? А что со звуком? А был звук, кстати, от добычи? Вы его слышали, нет? Интересно. Он почему-то пошел... Ну, я понял, что про свежую добычу. Слышал на фоне тебя там где-то далеко. Ну вот, да, я не знаю почему, он воспроизвелся не в общий звук, а на динамике почему-то. Сейчас я куда-нибудь сныкаюсь от зомбей и попытаюсь это посмотреть, проверить. Ловите музычку пока.